Всем здравствуйте! Вы на канале Солнечный Дворик, и с вами я, Елена Бородина. Сегодня у нас забой петушков. Почему мы решили сразу всех забить? Ну, потому что они у нас топчут и кур, и друг друга. И вот уже даже здесь, в этой клетке, у двоих сломаны ноги. Их топтали. Петушки и так крупные. Они у нас от 4 мая. А сегодня 22 июля. И мы вот решили их забить. То есть им 2 месяца и 18 дней. И я вам обязательно покажу, как выглядят эти тушки и какой у них вес. Одного уже Василий забрал. И вот еще осталось тут 6 петушков. И вот этого надо в забой. Но этого тоже повреждена нога. Я не знаю, такие туши и так прыгают. Особенно вот этот вот шустрый, где он? Вот этот. Он прыгает на всех подряд. Бегает, прыгает, всех обижает. Сейчас сам оказался в клетке. Кстати, этот петух, которого я спасла, он перевернулся на спину и не знаю уже сколько лежал. Вот, кажется, он еле ходит, да? Нет, еще как бегает. Даже через ступеньку перепрыгивает, чтобы отсюда выйти. И вот этот тоже хорош, который вот в середине стоит. Тоже туша тушей, а топчет. Топчет всех подряд. Ну, а курочек будем попозже убирать. Я вам тоже покажу их веса. Курочки пока у нас кушают мешанку. Эти у нас сутки были на голодовке. Это вот этого я отметила. У него как раз ножка проблемная. Или не у этого. Ну, в общем, есть какие-то тут 2 петушка с проблемными ножками. Если у них будут синяки, я вам обязательно покажу, как выглядят их синяки. Вот я одного специально вынесла на травку. Вот вы посмотрите, какая туша. Вот моя рука. Ой. Вот, смотрите, моя рука и какой он. Ну, туша, туша. Очень-очень крупные петухи. Видите, спокойно ходят, спокойно всех топчут. Смотрите, какой у него грозный вид. Чего ты так на меня смотришь? А? Петух. Ну, красавец. Красавец петух. Побежал, побежал. Я не знаю, как при таком весе они еще могут вскакивать друг на друга. Это прям нонсенс. Хоть вот возьми его и взвесь. Двух гораздо крупнее уже унесли. Давайте я сейчас другого Василию дам забой. А принесу весы, наверное, вам взвешу вот это хотя бы. О, побежал. Как пить пришел. Не надо тебе пить, у тебя забой. И вот вы знаете, он вот это вот тоже перепрыгивает. Вот такую высоту он спокойно перелетает. Сколько же ты весишь? Сейчас принесу весы и все-таки взвешу. Так, сейчас попытаемся его взвесить. Жалко, что не самого крупного взяли. Самых двух больших уже унесли. И вот он сам идет к весам. Сейчас я одену ему носок на голову, чтобы он не трепыхался. И попробуем поставить на весы. Так, на весах у нас что? О, бежал. Так, на весах у нас 0. Все. И я иду за петухом. Так, Эльмир, будешь помогать? Так, сейчас я поставлю на штатив. Так, поставила я на штатив. И все, иду за петухом. Пошли, Эльмир. Вдвоем будем. Так, вдвоем мы ставим. И вес его 7700. Ну, 7700 с чем-то. Видите, как он послушно ведет себя с шапочкой на голове. Это носок черный. Ну, я бы не сказала, что очень большой. Ну, вообще-то 2 месяца и сколько? 18 дней. 22 минус 4. 18 дней. Вот вес петушка.
Давай я тебе покажу. Вот. Это наш петушок. Ну, а тушки я вам покажу и тех. Мне кажется, те крупнее петушки. Да мой хороший. Большой Петя. Да молодец, Петя. Вот, видите? Вот моя рука. Какой Петя. Все. Идем, снимаем, Альби. Пошли его снимать. А то он сейчас еще ноги поломает будет. Все. Вот. Пусть пока гуляет. Сейчас мы его выпустим и забоем. Мы сейчас трех уберем, а потом уже за ним придем. Вот, побежал. Пусть сидит тут. Ну что, друзья, показываю результат нашего забоя петушков. Передо мной 6 штук петушков. Кадры даже не влазят. Вот какие они. Взвешивали мы с вами перед забоем вот этого бройлера. Вот этот вот петушок у нас с вами весил в живом виде 7700. Вот по сравнению с моей рукой какой он. Мы сейчас давайте с вами все-таки взвесим их и узнаем вес этих бройлеров. Я их всех разделала, убрала и почки, и легкие. И вот они какие получились. Сейчас я ставлю весы. Этих двух мы оставляем себе, потому что у них была хромота. Вот немножко утолщение здесь вот. Это те бройлеры, ну, которые хромали, которых топтали петухи. Ну, а так вот, пожалуйста. Отличные, отличные петушки. Еще бы нам 6 штук надо таких, на 6 штук. На крупных этих петухов есть клиенты. Но больше нету. Убирали мы сначала крупных. Начали мы убирать постепенно с 2 месяцев. И вот это уже остатки. Так, поставила я весы. Они на нуле. Ну, девчонки мои в Телеграм уже знают вес моих петушков. И давайте начнем прям подряд. Ой, 5536. Вот этот, кажется, самый крупный. 5976. Да, наверное, крупный, почти 6 килограммов. 4956. Так, дальше следующие пошли. 6, 5,5, 5, 4870. Нет, хорошие петушки, что и говорить. Вот это, наверное, самый маленький хромоножка. 4,5. И вот этот хромоножка. Я их отдельно отложила. Потому что оставляем себе. И здесь 4700. Ну, отличные веса. Очень-очень мне понравились. Жалко, что их так мало. Ну, сейчас курочек забиваем. И это экологически чистое мясо. Потому что последние недели они ели только зерносмесь и мешанку. Вот этот рекордсмен в этом году. Жалко, что я не взвешивала всех петушков вам. Там тоже больше 5 килограммов были все петухи. С 2 месяцев мы их начали забивать. Ну, а как я выращивала, вы, конечно же, будете видеть на моем канале. Ну, вот и все. Вы были на канале «Солнечный дворик». И с вами была я, Елена Бородина. Удачи вам в выращивании крупного бройлера. Пока-пока.